739 молодых избирателей впервые в этом году придут на избирательные участки. Примечательно, что свой голос они первый раз в жизни будут отдавать сразу за главного в России человека – президента. В селах и деревнях района проголосуют впервые 225 избирателей, 514 придут на городские избирательные участки. Регине Габидуллиной в прошлом году исполнилось 18, и эти выборы для нее первые. Я очень рада, что я впервые принимаю выборы, то есть от меня что-то зависит, то есть я могу выбрать президента. И я очень думаю, что у нас страна будет очень процветать. На каждом избирательном участке для молодых избирателей приготовлен презент. Магнитики, блокноты, ручки, обложки для паспортов. Этот значимый момент для новых голосов должен запомниться.